Привет! Вы на канале «Простые технологии». Кажется, у всеми нами любимого Xiaomi начались проблемы с Гуглом. В обновлении MIUI 12.5 началась блокировка установки Google сервисов на смартфоны. Правда, касается это лишь пока китайских версий смартфонов. Первыми под раздачу попали Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G с прошивкой China ROM. Раньше пользователи в Китае могли устанавливать приложение Google, но некоторые пользователи с устройствами, работающими на MIUI 12.5, сейчас обнаружили, что это больше невозможно. Google и его сервисы, напомню, в значительной степени заблокированы в Китае, но пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco по-прежнему могли устанавливать или загружать популярные приложения от американской компании, в том числе связанные с Google сервисами, именно на свое устройство. Тем не менее, похоже, что Xiaomi ввела большие ограничения в отношении этой практики. Представитель компании заявил на китайском форуме, что это изменение связано с требованиями Google и самого Xiaomi. А вот дальше больше. В Xiaomi заявили, что бюджетники и среднеуровневые смартфоны теперь будут без Google сервисов. Кстати, что Redmi K30 Ultra, что Redmi 10X 5G работают на процессорах MediaTek Dimensity 1000+, и Dimensity 820 соответственно. Если смартфон уже не поддерживает GMS, по умолчанию последнее программное обеспечение Xiaomi MIUI 12.5 China ROM заблокирует любые попытки его установки. Глобальные варианты смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco пока этой проблемы не затронуты. Кстати, возможно, все-таки лазейка сохранится. Разблокировка загрузчика и сторонние сборки прошивок пока никто не отменял для Xiaomi. Но эта история все равно очень тревожный звоночек. Во-первых, раньше многие из нас пытались сэкономить, купив китайскую версию и перепрошив ее на глобальную версию MIUI. Этим занимались и продавцы на Алиэкспрессе, предлагавшие смартфоны подешевле на так называемых гибридных прошивках. Все это были Xiaomi для китайского рынка. Во-вторых, Xiaomi попала под пристальное внимание США и может разделить печальную участь Huawei, мобильное подразделение которой переживает не лучшие времена. Xiaomi пока включили в черный список для инвесторов, но кто знает, возможно, в скором будущем с ними перестанут работать и американские компании, а Google лишит смартфоны бренда своих сервисов, чего нам всем очень и очень не хотелось бы. А что думаешь ты об исчезновении Google сервисов на китайских Xiaomi? Пиши в комментарии, все обсудим. Ну и, конечно, подписывайся на мой канал и лайкай это видео. Пока-пока.